Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Наше новое прохождение продолжается. Вы не забывайте поставить лайкусик, подписаться на канал и поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Как вы помните, в предыдущих сериях при помощи нашего подписчика мы получили огромную пачку баксов и смогли открыть вот этих прекрасных персонажей, которых нам теперь нужно прокачать. Ребята, кто хочет таких же персонажей, сотый уровень аккаунта, кстати, подписочку Додзе навсегда, потому что она дает вам огромный бонус. Пишите нашему подписчику, ссылочка в описании, уточняйте у него условия, говорите, что вы от команды Detol, вам еще бонус прилетит в подарок, вот так вот, так что обращайтесь и наслаждайтесь игрой так же, как и мы. Человек проверенный, так что обязательно влепите лайк за это, подпишитесь на канал, те, кто еще не подписан, и поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Мы да. Начинаем! Поехали, ребята! У нас два персонажа не прокачанные. Они вошли в наш такой хороший строй, мощный уже. Но вот способности у нас на минимум. Поэтому сейчас будем улучшать плюс, качать XP-шку, потому что все-таки нам нужен 24 уровень, чтобы пройти дальше. От уровня очень многое здесь зависит. Согласен. Так что все, мы прокачиваем первую способность уже у Леонардо. Он стал посильнее и нужно набивать дальше. Да, набиваем, ребята, XP-шка. XP-шка нам тоже нужна. Молнии у нас есть, это пропуски, молнии-пропуски. Они у нас появились за счет подписки Додзе, плюс мы баксиков немножко на них потратили. В запасе у нас осталась еще небольшая сумма. Конечно, но, слушай, она нам, ну, пригодится, поэтому мы не стали тратить все сразу. Смотри, здесь уже лючки набили, и, о, смотри, здесь ДНК Лео еще выпадает. Ого, может, ничего себе. И поднабьем новую у нее звездочку откроем. Да, ему нужна очень звездочка, ребят. Очень нужна звездочка, потому что он, кажется, у нас двузвездочный вообще, да, Лео? Лео трехзвездочный у нас. Трехзвездочный? Почему? Да. Ну, потому что у нас три звезды у Леонардо. У нас нет, две, вот он, видишь? Нет, это не этот Лео, другой Леонардо. А тут другой, подожди, у нас есть у Стиранки три звезды, потому что у нас выпал золотой. Плюс у нас есть у Рокстеди и у Донера Левичка. У нас у Лео обычного нету трех звезд. Ах, да, он у нас обычный. Да, ребята, нужно срочно что-то делать с нашим Леонардо. А пока что мы вкачаем у Левичка первую способность уже на третий этап. Отлично. Ребят, напишите в комментариях, какой у вас сейчас состав, каким вы играете. Напишите всех 5 персонажей. И, конечно, выделите из него одного самого любимого. Вот который ваш самый любимый, есть он у вас или нет. Напишите, а кто хочет себе его получить, ну, пишите подписчику. Он вам откроет, как бы, вот так вот. Изи просто это сделает. Смотри, мы уже, кстати, практически половину шкалы заполнили левака. Пока что здесь прекращаем, потому что по 12 заканчивается. И нам еще комиксы вот эти нужны. Да, комиксы нужны. Нам бы еще и массовую атаку проапгрейдить, если честно. Этим тоже. А массовая атака там апгрейдится только на 25-м аж уровне, по-моему. Не, неправда, неправда. Это третья на 25-м апгрейдится. Это еще пока до второй ступени может проапгрейдить. То есть еще можем. До третьей даже можем проапгрейдить ступени. Вторую способность до третьей ступени на 23-м уровне 100% можно проапгрейдить. Так что вот это мы сейчас апнем. Так, а в чем мы не все комиксы набили? Давай еще набивать тогда. Да, давай комиксы набиваем, ребята. И, конечно, получаем и мутаген, и XP-шку, и дополнительные материалы. Еще и боевые пропуски у нас здесь есть. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Да, телепорта. Ну, телепорта. Ну, боевой пропуск. Боевой пропуск. Пропуск в бой. Вот так вот. Да, возможность сражаться. Да, вот, все, можно прокачать до 4-й ступени. Слушай, ну это мега мощь. У нас шанс 50%. Ничего себе, и 25% слайд защиты на 50 в течение ухода, это очень круто, то есть защита, ребята, защиту можно пробить своему противнику. Оппоненту, да? Так, ну что же, теперь мы лючки открываем вот эти, давайте за 50 баксов потратим, и потому что здесь хотя бы можно 12 получать все-таки. Да, по 12, ребята, это хорошо, очень хорошо. По 12 XP, и, конечно же, ДНК Бакстера Стокмана нам падает здесь. Четко. Почему бы и нет? Может, он тоже прокачается. Да. Так, лючки набили. Да, лючки набили. Теперь вот эти вот скляночки нужны. А вот здесь, смотри, вообще ДНК Лео выпадает. Так что здесь очень обязательно нужно открывать. Очень нам нужен ДНК Лео. Прям максимально возможно. Даже можно вот эту вот способность, ну, не возможность, да, эпизода.
прям по максимуму, да, использовать, да, даже максимуму. Не жалеть на это баксы. Ну, потому что, да, ДНК-то прям... И можно еще в магазин зайти и за сюрикены попробовать кого-нибудь купить. Вдруг там кто годный продается. Да, может быть, Игорь, и ДНК Лео будет. Мы сейчас вам тоже это покажем. Это такой некий лайфхак. Особенно, когда у тебя есть подписка Додзе, и сюрикены капают и капают тебе. Да, ребят, сюрикены там очень хорошо. То есть, ты 2x бонус сюрикенов получается. И вот так вот у вас сюрикены накапливаются. Накапливаются. Куда их тратить? А вот на ДНК. Да, потому что больше их нигде не потратишь. Только там, вот в этом магазинчике. Да, и можно... ими расплатиться. Когда мы начинали играть в эту игру, ребята, изначально не было никаких ни заданий, ни бонусов, ни магазинов, ничего. Можно было только колоды открывать и все. Так, вот так действительно, вот. Мы прогрели до второй ступени нашу вторую способности. И давай в магазин отправимся, да, посмотрим, что у нас там есть. А, вот и Леонард у нас. Не хватает еще 28 ДНК, чтобы апнуть его до 3 звезд. До 3 звезд, да, ребята. И 4 как раз откроется. Он у нас бронзовый всего лишь, потому что с самого начала, смотри, у нас здесь есть хан. Да. Давай возьмем ДНК хана, потому что 257. И Донни взяли. И Донни, можно за 50 баксов обновить. И еще посмотреть, да, что там будет? Ну да. Крип и Кирбимыш. Ну такие, да, здесь, ребят, персонажи, конечно. А потом уже за 100 баксов. Давай за 100 баксов тоже посмотрим. Дорого уже. О, смотри, мы сейчас Лео откроем. А, да ладно? Да. Лео фильм открыли? Да. Ничего вот так вот, изи, причем серебряный. Серебряный Лео фильм, ребята, вот это да. А можно и его тоже использовать, хотя у него массовый нет, вот единственное что. Да, вместо единственное... Вместо нейтрализатора, может. Ну, ой, нейтрализатора нет, слушай, на нету. Массовой атаке сейчас очень-очень... И он еще открылся, прикинь. Да ладно. А, или нет, у него просто можно его проапнуть. Ну, нам надо его апнуть, потому что он будет здесь висеть. Да-да-да. Будет долго вот здесь вот маячить перед глазами, но ладненько. Так, что у нас еще? У нас Рокстеди есть, и вот у Рокстеди нельзя было способность это прокачать. Первую способность надо да, вкачать. Да, первую способность обязательно вкачиваем. Смотри, мы сейчас 24 уровня достигнем и хорошенечко так зафайтимся, и сможем пройти дальше сюжетную линию. Потому что нам надо проходить сюжеточку, ребят. Мы можем в вспомогательных заданиях так полжизни просидеть. Или где мы там постоянно с тобой зависаем, а? Ну, конечно же, наше любимое... Смятение из другого измерения. Да-да-да, именно там, да, ребят. Ну, там бонусы есть, и XP-шки 24 дают, поэтому, ну, хорошая, годная вещь, на самом ну, деле. Ну, кстати говоря, теперь с нашим составом, я уверен, смятение нам будет чутка полегче, между прочим. Если ты любишь Лего... Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Да, вполне возможно, потому что у нас массовых атак много. Хилочка у нас тоже присутствует. Она никуда не делась. Мы даже ее проапгрейдили. Поэтому, естественно, будем качаться там тоже. 24 уровень. Наконец-то мы его достигли. Максимально вырос. Новая карточка 24 уровня. Вот так вот в каждом видео один лавачок поднимать будет хорошо, как раз, мне кажется. Согласен, да, это будет прям круто. Антошка Зек нам выпадает, одно ДНК и плюс Криса Брэдфорда еще берем. Да, ну что же, наверное, отправимся в бой, да? В прошлый раз мы не смогли там одолеть ребят. Подожди, на 30... апнуть наших персонажей. Ах, сори. Не хочешь? Так. До 24-го, то до 23-го мы не справились. Сейчас пошел бы, опять на те же грабли бы наступил, да? Ну, слушай, урок, кстати, надо вкачать все равно и вторую способность тоже. Как бы есть такой... Есть такой момент, но да. Это мы сделаем, наверное, в следующем видео, а сейчас мы все-таки файт покажем. Да, четвертая глава, ребята, четвертая глава, седьмой эпизод никак не может нам покориться, поэтому мы идем туда еще раз. Здесь у нас и Макман, и Мутагеноид, и самое-самое неприятное, это что там есть грибы с уклонением, а это очень болезненно. Вот сейчас они опять это делают или нет? Нет, это, не делают. Это маузеры, они тоже маленькие, противные, но с ними еще как-то можно бороться, а вот с грибами на уклонении бороться вообще невозможно. Не дамага нанести, ничего. Что с ними делать? Что вот вы с ними делаете, с этими грибами? Напишите в комментариях прямо под видео. Напишите, как вы справляетесь с этими чудотворцами. Да, и смотри, у нас 7 ячеек здоровья уже появилось. Почему-то только... А не почему? У всех, да? Не у всех. А почему у нас наш волшебник не с 7 ячейками? Донни, да, отстает? Да, отстает. Не может такого быть, должно быть равно у всех. Странно, Донни действительно. Ну, слушай, значит, Донни сам по себе просадка у него по здоровью. Да, видимо, из-за того, что у него и массовая атака, и хилка, он здоровье меньше имеет, ребята. Где-то баланс должен же быть. Так, ну что же, огненная атака. Хорош. И еще. Пока нету этого уклонения. Пока нет уклонений, размотали всех грибов. Все, Макман, гори в аду. Просто супер, просто супер.
Сейчас бы так же и с этой волной, и будет просто мега эпично. Да, шикарно, только массовой пока нету. Надо... Тут один красный уклонист получается, а синий хилерист. Да, и не знаешь даже, кого лучше первого атаковать, если честно. Так, вот. Хилера уже нету, и нет, добиваем... Нет, по-моему, желтый вот уклонист. Или желтый уклонист. Может быть, кстати, Майкиш тоже у нас желтый получается. Да, отлично. Ну, в любом случае, мы оставили только одного красного и мутагеноида, и нам гораздо будет легче. Отлично. Так, это атакист. Это атакист, да. Красный. Ох ты ж, что творит, какой сильный у нас Макмен. Да, надо срочно новый обновленный хил нашего Лео юзать. Юзаем хил, но вот одну треть его восстановили. И ну так и должно. Добиваем гриба, остался Макмен, но как мы помним, Макмен ну очень сильный. Вот! Видишь, защиту пробили. Проапгрейдили его способности, теперь у нас дебафик защиты вешается у противника, это очень круто. Бам! И все, это победа, ребята. Вот что значит апнуть уровень и апнуть способности. Да, так что прокачивайтесь, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Детол, до новых встреч, новых видео. Пока! Пока!